друзья, всем привет! Новый объект у нас, бывшее охотпомещение. Баня у нас теперь здесь. Это комната отдыха, потолок термо-липа, штиль, стена липа-термо, рейка. Здесь будут располагаться шкафы, мебель, сюда вынесли щиток с блоками. Здесь поставили дверь, наличники, наша печь. Здесь сделали потолок с подсветкой двухконтурный, термолипа штиль. Обливное ведро ливень. Здесь будет располагаться унитаз, раковина и сердце всего, всей задумки, парная, размер 2,5 на 2,50, отделка термолипоштиль, сбоку липа горячее тиснение, печь стальмастер с закрытой каменкой, два режима подачи пара. Потолок двухконтурный с подсветкой. Абажуры диодные Woodson с лентой. Можжевеловое панно с подсветкой. Подспинники подсветкой. Материал подспинников и полков. Липа термо. Установили кубасту. Сделали форточку в помещении. У нас проложена приточка под печь. Была проведена вода. Все выполнялось по дизайн-проекту Максима Евдокимова. Интересно, звоним, пишем.